еще раз, я... Нет, чтобы трава не росла. Значит, тут, Семен, еще раз обращаю внимание, вот на примере вот этого участка, да? Это тоже у нас и по улице Зверева, о чем я говорил, да? И сейчас там вроде засыпает землей, но если они не уберут вот эти все ветки, траву, бумагу, если просто засыпят, это потом, рано или поздно, будет создавать неровность, и все это вытаскивается. Можно поэтому, добавить? Пожалуйста. Можно добавить? Они убирают это все, но у нас смети заложено. Что это засыпает? Веток? Веток? Почему веток? Я про веток. Нет, вы поймите, это здесь ветки, они уберутся, высота. Я вам говорю сейчас, да, о тех ветках, о том мусоре, который там есть, то, что житель сказал. Вот это все надо убирать, а потом засыпать.